Только за эти полгода на нерегулируемых пешеходных переходах пострадало 60 человек. В этой ситуации, как правило, виноваты автомобилисты, для которых дорожная зебра, видимо, ничего не значит. Однако отныне контроль за нерадивыми водителями усилится, ведь теперь на основных нерегулируемых переходах появились иные зебры. Эти комплексы специально предназначены для выявления нарушений правил дорожного движения. Установлены они в тех местах, где чаще всего происходят аварийные ситуации. Например, здесь, по улице Терешковой, 56, на остановке лицей. Только за одну неделю на пешеходном переходе зафиксировано сотни правонарушений. Вот только что было правонарушение. Выписано 621 постановление, каждое из них на сумму 1500 рублей. Отмечу, что камера направлена прямо на пешеходный переход. За неделю, что стоят комплексы «Зебра», выписано уже 1000 постановлений. В ГАИ признаются, что даже не успевают обрабатывать все нарушения. Настолько их много. Пока же «Зебры» работают в тестовом режиме. В случае ухудшения какой-либо обстановки на каких-либо других перекрестках, пешеходных переходах, данные комплексы будут довольно-таки быстро передислоцироваться. Пока же они установлены на следующих переходах. Это улицы Терешковой, проспект Автомобилистов, Жердева, Ключевская, Сахьянова и Мокрова, Павлова, Шумяцкого, Смолина. Проверить, есть ли на вас штраф за нарушение правил дорожного движения, можно на сайте госавтоинспекции. Достаточно вбить регистрационный знак своего автомобиля и номер свидетельства. И не забывайте о том, что в первые 20 дней с момента выписки постановления вы можете оплатить штраф с 50% скидкой. Дарья Белоусова, Евгений Павлов. Новости дня.